Дружбу с Лобановским вы сохранили до последних его дней? Вы дружили с ним или это были уже чисто рабочие деловые отношения? Нет, дружили. Дружили. Вы обменивались информацией, он доверял вам какие-то вещи? Ну, мы постоянно, в общем-то, держали связь. Значит, то ли визуально удавалось встретиться, то ли по телефону, но это было постоянное сотрудничество. Он рассказывал вам какие-то вещи, которые не доверил бы, может, другим людям? Нет, вы знаете, то, чем мы занимались, это не требует, ну, никакой конспирации. Все было открыто и до сих пор открыто. Значит, я читаю лекции сейчас на нашем, называется, комитет по лицензированию. Значит, я ничего не скрываю, все наши тайны, так называемые, все докладывается ребятам, кто только начал работать, кто уже работает. Почему? Это, опять же, таки дело. Оно должно видоизменяться в зависимости от обстоятельств, в которые мы попадаем.